Ладно, видимо, нужно подняться к рухнувшему мосту. Ты прав. Поищем путь наверх. Иди сюда, я подсажу. Иду. Так, у меня тут для тебя кое-что есть. Так мы сможем добраться до зацепок на стене. Верно. Они что, нарочно все усложняют? Думаю, было бы проще, если бы мосты и переходы не развалились. Мы опоздали на пару сотен лет. Посмотрим, что там. Эй, потолок низкий, береги. Ай! Да, ладно. Ай. Точно. Сюда. Тут виден свет. А, катакомбы. Ну, логично. Мы же под собором. Так, эй, стой, стой. Что? Слушай. Ничего не нашли. А у Келли нашли что-нибудь? Ничего, кроме всяких разных надгробий. У трапезной закончили? Так точно, мэм. С северо-запада все раскопали. А что по южной стороне? Еще нет. Туда кран целый день перетаскивать. Надин? Так тащите. И гляньте, что можно без крана сделать. Да, сейчас отправлю туда людей. Хорошо. Рейв, что там с манускриптами? Давай наедине. Держите в курсе. Да, мэм. Слышал? Под собором пристройка закрытой зоны. Ну да. Ты их видела? Нет. А что? После твоих молодцов там камня на камне не осталось. Они слегка злоупотребили динамитом. Да, как стадо слонов в посудной лавке. Но за два дня добились больших успехов, чем мы за месяцы. Успехов? Что мне толку от щебня? Ладно. Ладно. Спасибо. Они будут ставить тебя в известность, прежде чем взрывать. Лучше пусть отойдут в сторонку и дадут мне осмотреть то, что еще не взорвали. Нет, мы больше не можем сидеть и ждать. Ты уж извини, Надин, но у меня в таких делах все-таки опыта побольше. Мы уже делали, по-твоему. Хватит. Ты с первого дня мечтала тут все взорвать. Нет. Я предлагала украсть этот крест задолго до аукциона. Того аукциона, на который я не смогла привести своих людей. Я хотел честно купить его, так проще. Но я послушала не свое чутье, а тебя. И теперь у нас есть конкуренты. Я не думал, что он явится. Или хотел его выманить. Да на кой черт мне это надо? Думаешь, он тебе нужен? Может, ты прав. Главное, чистая игра мне надоела. Если сокровище здесь,
Мы его найдем. А если нет, значит, пора идти дальше. Эй. Ничего личного. Конечно. Я сообщу, если что найдем. Давай, пока они сокровища не взорвали. Или целоваться не начали. Стой. Думаешь, она права? По поводу? Что Рейв хочет тебя выманить. Главное, чтобы врасплох не застал. Пускай. Интересно, о какой пристройке шла речь? Наверное, боковая комната. Кроме нас тут никого. Тут высоко, не запрыгнешь, если у тебя нет батута. Во дворе остался. Жаль. У тебя что, есть батут? Мечты. Ugh!
Подожди. Смотри. Один ящик наверх. Благодарю вас, Сэм. Явно подходим ближе к собору. Или к его руинам. Должен сказать, тут все лучше продумано, чем я предполагал. О, да. Наверняка много лет строили. Не жалели средств, чтобы спрятать 400 миллионов. Была не была. Хорошо, что ты не тяжелее ящика. Все. Залез. Что делаешь? Соображаю. Тут можно зацепиться. Сойдет.
Кому нужны мосты? Ну, не знаю. Мосты вообще штука хорошая. Так, здесь не пройти. И как нам выбраться? Сюда! Ты посмотри. Если б тут все не развалилось, мы бы попали в ловушку. Оглянись, Нейт. Подстава. Тут было второе испытание, но все обрушилось в океан. Ну что, значит, испытаем себя в умении перебраться на ту сторону. Что это? Вот эта хреновина типа качелей может помочь. Попытаемся. Ну, поехали. Стой, стой! Ничего не выйдет, ты слишком низко. Я опущу, давай. Как же я? Сейчас, дай только оглядеться. Ладно, ладно. Я тут побуду. Вот это инженерия. Слушай, а в конструировании смертельных ловушек они толк знали. Какое красноречие. Ну, да. Да, секунду. Так, я нашел, как опустить качели. Отлично. Думаешь, работает? Он тяжелее меня. Я в этом не уверен. Да, да. Порядок. Наверх. Эй, хорошо полетали. Ну, если с сокровищами не повезет, всегда можно податься в цирк. Нет, у них там клоуны. О,
Ты до сих пор их боишься? Конечно. Испытание пройдено. Я бы предпочел пиратскую ловушку. А я уже хочу поскорее все закончить. Ладно. Статуи добавляют драматизма. Ну, правда. Зачем все эти пышные украшения? А загадки зачем? Или мы что-то упускаем, или Эвери было очень-очень скучно. Ох. Никогда не приду. Еще один крест. На этом хоть какие-то камни. Не трогай. Почему? Посмотри. Единственная ценность в этой пещере. Да. Это испытание. Жадность. Да. Или ее отсутствие. Ну, тогда... Это наверняка монеты. Мы в этом уверены? Вроде да. Вроде да, сойдет. Ладно, давай одну. Жадность. Ясно. Только мне ловушка. Узнаешь форму? Мадагаскар. Смотри, тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукин сын. Он играет с нами. В смысле? Эвери, он с нами играет. Мы же на месте. И где грёбаное сокровище, а? Ладно, так, Кингсбэй, что дальше? Северный полюс? Космос? Нейт? Тех, кто достоин, рай ожидает. Он вербовал людей. Кто вербовал? Эвери вербовал людей. Вербовал для чего? Джентльмены, вы такие шумные. Пушки на пол. Медленно. Тебе еще причитается. Мало было выкинуть меня из окна? Рейв. Рейв, прием. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, Бога ради. Тогда поспеши. Кингсбэй. Да, только... Кингсбэй большой. Где искать, подскажет крест, но... Лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейфу, ждать придется долго. Извините, я не стану торговаться. Возьми распятие. Это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест Христа. А ладно, это детали. Не трогай! Thank you.
Иду! Прямо разворошили осиное гнездо. Разворошили, пнули и подожгли. Боже мой!
гадов! Вот и попался. Отвали! Эй, Нейн, салют ваш слышно даже мне. Что у вас там? Долгая история. Если кратко, выбираемся отсюда к черту. Ну, это я понял. Ладно, держитесь. Я скоро буду. Thank you.
пошли дальше! Сэм, снайпер! Укрытие! Нашел их! Черт! Ugh.
Сажай самолет. Я как-нибудь доберусь до тебя. Пока не доберемся до воды.
нет, нет! Держать, брат. Thank you.
Красиво. Выбрались, да? Они подстрелили мой самолет, Найт. Мы целы, спасибо. Сколько лететь до Мадагаскара? Так сокровища нет. Пока нет. Да что за нытье, не понимаю. Мы богаты. Ну-ну. Ладно, хоть что-то. Остальное, значит, на Мадагаскаре. Там была комната с огромной картой Мадагаскара на полу, так что... Да, наверное, там. Это все больше напоминает мне охоту за привидениями. Сокровища в Шотландии никогда не было. Зачем тогда все это, а? Вся эта затея с крестами... Да говорю же я. Эвери так вербовал себе людей. Крест был приглашением, а пещеры, ну, чем-то вроде инициации. А, то есть мы прошли, да? Поздравляю. Мы заслужили попугая и повязку на глаз. Не понимаю, зачем столько усилий, чтобы просто набрать себе команду? Чтобы защититься. За его голову была назначена самая большая награда. Он брал только тех, кому мог доверить свою жизнь и тайну общих сокровищ. Каких общих сокровищ? А ты... Ты подумай. Томас Дью сам по себе был успешный пират. Тогда с чего вдруг он захотел примкнуть к Эвери? А Эвери наверняка отправлял кресты только богатым пиратам своего уровня. А что, если они вместе устроили общую казну? Получилось бы много больше, чем груз Ганга Савая. Именно. Охренеть. Ладно, и куда там нам надо, на Мадагаскаре? Поточнее. В Кингс-Бэй. Там во времена Эвери было пиратское гнездо. Я знаю Кингс-Бэй. Большой город. Нельзя ли поконкретнее? Ну, та карта на полу совсем обвалилась, так что нет. Чего развеселился? Люди, которые проходили пещеры. Наемники. Что оставалось у них в руках? Тут вулкан. Вулкан есть недалеко от Кингсбэя. Значит, туда-то нам и надо. Привет. О, Господи, до тебя не дозвонишься. Ты живой там? Ну да, а что такое? Ну как же, у вас же там наводнение. Все-таки не лучшая была идея лететь в Малайзию в сезон дождей. Ну да, ну да. Короче, да, застряли мы тут из-за этого. Потеряли часть снаряги, но целы, не волнуйся. Вы только осторожнее там. Работу завтра начинаете? Нет, придется отложить. Мы тут еще, наверное, дней 10 проторчим. Ого, 10. Так может, я тогда куплю билет и к вам прилечу?
Не-не-не, не надо. Может, не 10. Эти ребята всегда промахиваются со сроком. Наверняка раньше вернусь. Ну ладно. Ты, в общем, не торопись. Береги себя. Ладно. Стараюсь. Извини, надо бежать. Меня тут Джеймсон зовет. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Что там по спутникам, Виктор? Да что-то вообще по нулям. Нет сигнала. А знаете, что не зависит от сигнала? Бумага. Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Хотя немного потрясет. Ну тогда поехали. Ладно. Ага. Что конкретно мы здесь ищем? Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые башни. Прямо башни? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровище? Хочется верить.